Зайдя на официальный сервер, я сразу же увидел магазин, где я мог бы купить первые пушки. И тут в моей голове зародился план. План по захвату этого сервера. Но для начала нам нужно было встретиться. Почему я сказал «нам»? Потому что это будет выживание с камнем в руках. Кстати, возле меня дом тоже, в нем большие печи горят. Так, клан, представляешь, дом. Сколько контента мы сейчас сделаем? Да вообще, чувак, это очень круто. Почему я здесь раньше не играл? Так, я покупаю, знаешь что? Я покупаю Томпсон. И мне. А Томпсона тут больше нет, я тебе СМП покупаю. Вот, минус реп пацанам. Они продают пушки без патронов. Вообще, осуждаю. О, я дом нашел. Я дом для нас нашел. Отлично, я оформлю пока камень. Чекуля бежит ко мне. Два антирачика у меня. Может, подождешь меня? Если они не пойдут со мной файтиться, то я обязательно подожду. Стомик. Так, нам дверь тут нужна. Есть что в костер Томпсон скинул? У нас топор есть, железный. Стадия развития. Да. Тут человек меня убили. Он к нам в дом зашел, прям прикинь, он меня лутает. Он все из рук убрал, он дверь поставит, он дверь ставит. Убил. Лучший. Ой, закрой, дурак! Плюс Берда. Минус еще один. О, карточка. Я дроп нашел. А, да? Что в нем было? Ласты. Найс. Всем здорово. Ролики раз в 3 дня это реально сильно. И я рассчитываю на вашу поддержку. Да. Ребят, я очень старался и надеюсь, мы наберем с вами 12 тысяч чизеров. Про комментарии тоже не забывайте, я читаю их все. И так как я снимал с камнем в руках, ссылочку на него я оставлю в описании. У него тоже должен был выйти ролик с видом от его лица. Передавайте ему привет, ссылка в описании. И ссылочка на группу ВК тоже в описании. Ну и погнали смотреть ролик. Возле нас рейдили калашисты, и мы решили попытать свою удачу. Есть что-то? Один минус. Угу. Йо, сюда 3 типа идут. Я походу умер. Я так понял, я разворачиваюсь. Они с базукой идут. Чувак, они с базукой. Я у них под крышей сижу. Они прямо возле домика, я по-моему сейчас рейдить вообще будут. Домик, видишь, прыгает? То есть ты там, где они... Они рейдят. А, я понял, да-да-да. Блин, если бы был на скале, то ты бы одного убил, второго тоже. Ща он базуку возьмет, я его убью. Минус один, беги сюда! Меня убили! Бегу. Убил! Хорош. Я пару хитов не отдал. Внизу один, справа. Понял, я вниз спускаюсь по чуть-чуть. Я добью. Добил. Там еще... Отходи. Один справа пушит. Почти убил. Поднимаю. 42 отходи назад. Оставил. Должен был убить. Еще голову дал. Справа ты один. Один справа. У меня оружие сломалось. У меня 2 патрона, уол. Я одному парню 13 хп оставил, который был внутри. Поэтому он больше не вылезал, походу. Это наши соседи. Они прям впритык живут. Видел железный дом с ветряком? О, я умер. Пока еще жив. Одного убил. Они убегают. Это слева у них тоже база. Это 2 их базы. Мы понимали, что в этом месте нам ловить нечего. И мы отправились в центр карты в поисках фармил. Нет, не подходи ко мне. Одному минус. Ты с пайпом? Убил СМГ. Ой, болт. Выживи. Ой, он смотрит на нас. Давай налево, беги! Ну я как бы не испугался, ты слышал? Да, как мужчина отыграл. Пойдем. Как настоящий мужик. Сказал брутально. Нет!
О! Можно постанову? Нет, нет постанову. А хотелось. Хочу калаш. Калаш выбьем и будет контент. Два типа. Ты жив? Я больно дал очень. Да-да-да, я одному очень больно дал. Убил. Мы троих убили. Да ладно. Чувак, компоненты фул. Там фул компоненты. Я понял, я лутаю. Бежим, 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 бежим. Беги, беги, беги. Забей, забей, беги. Много хитов дал. Надо бежать, просто бежать. Пофиг как? На них. Что это было? О, нет, 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 нет. О, отходи. Я на один хит был. Город срочно. 45 секунд. Меня пока не бежать. В бусь. Давай тут подождем. Секунд. Давай тут подождем. За хатой. Давай. Сиди тихо, не двигайся. Бегут справа. Сиди. Двоих убил. Я понял. Ты на меня смотришь? Нет. Я вижу его. Двоих убил. Вижу, 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 троих, четверых. Вон бегут на 240. Все, я нашел, где они живут. Куда-то направо идут. К деревянному дому вообще. Деревянный дом. Видишь большой? Да ладно. Да. Один туда забежал. Один нас палит. Отходи, отходи, отходи назад. Отходи, один палит. Ой. Я упал. Поднять Unreal. Тебя добили, найс. Я забрал все его шмоточки и решил отстроить дом прямо на этом же месте. Ну я думаю, тут место шикарное. У меня зип был. О! Понял! Принял! О, НПС город называется. Меня не залутали? И второго типа не залутали? Плюс две берды. И плюс много чая. В этот дом заходил тип в фулл-сете. Согласен, для топ-сетов выглядит странно. Максимально. Ну у нас тоже как бы кибитка один на один. Типы идут тихо. Три хита дал. Три хита целые. Второго убил. Я берданчик, я убил. Убил его. А, ты его. Он внизу валяется. Окей. Так вот, я буду тебе показывать апартаменты наши. Тите. В VIP-зоне. Видишь витрины? Ладно, не смотри пока, не смотри туда. Сейчас посмотришь на дом, и там все будет понятно. Ну, я думаю, тебе понравится. О, знакомься, это наши первые соседи слева, видишь? Ага, мне больше интересно наш дом какой. Вот он. Это наш дом? А вон, посмотри, вон туда. Да, ой-ой-ой-ой-ой. Там, кстати, пулеметчик живет. Мы с камнем на некоторое время разделились, с целью найти лучшее место для строительства. И, по всей видимости, он нашел. Он нашел двоих типов, которых он убил. Окей-окей, иди сюда быстрее. Хилки держи. Они вдвоем тут были? Да-да-да, я обоих убил. По мне стреляют. Почему-то мне подсказывают, что он с земли стрелял. Вот и плюс коптер. Ты можешь меня высадить, я убью его. Давай просто вместе полетим, убьем его. Или что? Пролетим? Да давай забей просто. Левее. Коптер же сейчас медленнее. Стрелять можешь? Три хита дал, лети дальше. Я ломаю коптер, но что убью его. Одного убил. Где он? Он дальше. Куда испаряются топ-гиры? У меня такое ощущение, что было, что я прям за ним летел. Убил. Хорош. У меня их две теперь. Давай мне одну. Справа тип. Убил. Убили, да. Я золотая, прикрой меня, можешь сейчас дома убить меня. Угу. Вижу.
Я на КД. Зашел в дом. Дал хит голову. Поищи калаш, пока я прикрою. Нашел. Три хита. Живешь? Понял. Нуп! Нуп! Goodbye, bitch! Ты калаш подобрал, да? Да. Текаем на крыше один. Отходи, отходи, отходи. Не надо, не надо, не надо, отходи, просто отойди. Слева бежит, слева бежит. Слева бежит. Я упал, да, я знаю, что слева. Убил. Он себя залутал тут. Убил его. Окей, валим отсюда. У меня фул на инвентарь. Нормально. У меня тоже. Фу, хорошо подняли. Мне нравится. О, у нас деревянные двери. Добро пожаловать. Да. У нас тут еще и спальники не наши. И чужие спальники. Мы засейвили то, что у нас было. Но нам нужно было менять геолокацию и строить новый дом. И отстроить наш новый дом мы хотели возле тех калашистов, которые забегали в деревянный домик. По-моему, убил. Сейчас нас двух столов развалил. О, привет. О-о-о-о. Игрин маска. Возьму-ка я себе. Хата горит свет. Это те типы, которые нас тогда убили. Давай их убьем. Близко. Два хита. Три, убил. Я тоже, я, да-да, отлично, я больно тоже дал. Ты жив? Да-да-да. А, вот. Еще и ларка. Выруби. Ну я считаю, это как бы месть удалась. Да, всех развалил. Нет. Ты живешь? Да. Ты живешь? Да. Это с чего по тебе? С калаша. Тут щиркой тип сидел. Понял. Убил. Ты жив? Нет, я упал. Я не поставил стенку, не смог, она не ставится. Я думал, почему она не ставится? У тебя тут есть спавн. Моего напарника убили, и мне пришлось засейвить лут, который мы выбили, и вернуться прикрывать его труп. Да никто не бежит в мою сторону. Ну типа, в сторону моего трупа. Труп твои не утали, я не знаю, они могут меня обходить. Ой, нифига у тебя тут лута. Да. Я снова засейвил лут и вернулся туда же. Скинул. Три хита дал одному. А в какой ящик скинул? Пойдем оденет меня. Пока не могу одеть тебя. Окей. Я обхожу их справа. Они обходят меня тоже. Один в доме есть. Одного убил фул. Второго убил фул. Я поджидаю его возле дома, сейчас когда он выйдет. Всех убил? Да. Лучше, дай. В натуре убийца. Парень тут. Где? Скалок, парень, осторожно. Голый, с чиркой или чем-то, вот здесь прям. Вот тут видел его. Со спасом. Еще убил. Отлично. Это тихо. Не-не-не-не, подожди. Убил, он должен был убить. Хорош. Он умер, все отлично. Отлично, у них КД на спалках, по-любому. Так, я лутаю. Плюс ЛР-ка. Чувак, у нас ящик пушек. Да. Ну, бинтики можно выкинуть, конечно. Предлагаю строить дом. Предлагаю то же самое. И побыстрее желательно. Тебе есть нарез для этого? Нету. А у тебя камень есть? Нет, только в руках. Да. Кстати, я тебе тоже инструмент для фарма скрафтил. У меня бы место было, я бы с удовольствием его взял в руки. А, угу. Камень в руки? Да. Согласен, погнали тогда. Чувак, у нас фул инвентарь пушек, топ-сетов, мы с тобой камнями фармим. Вот это контент, да. Я понимаю. Вот, теперь мы можем дорасти и скрафтить уже топор. Вы можете спросить, а почему мы не отнесем в те дома, которые у нас были? Потому что до них бежать было очень далеко, и нам было как-то лень. Поэтому мы решили отстроить дом неподалеку от них. О! Ух! То, что надо? Ух! Ух, да-да-да, то, что надо, да. Отлично. Тут смотри, в шкаф посмотри. О, да, это для нас. Легальная постанова.
Как тебе? Сойдет. Стой. Классно, мне тоже нравится. Очень. Но лучше быть не могло на самом деле. Согласен. Только знаешь, в чем проблема? Короче, смотри, это тебе, иди фармить. Свой домик мы решили сразу заапгрейдить, а для этого нам нужно было немного пофармить. Лучше прием в камень. Закрой, закрой, закрой дверь, закрой дверь. Закрыл, закрыл. Нас крысили все это время, прикинь. Где я? Меня утают? Значит, стрейч может. Нет, я закрыл там. Фух, это было жестко. Да. Значит, зарейд надо переезжать. Я тебе серьезно говорю, нас зарейдят. Они поняли, что калашисты живут, они отсюда не уйдут уже. Давай, раз. Ноги в топ дал. Ты, я выбежал, если что. Он умер. Отлично. Кто-то бежит. Где? Да кто-то не, бежал? Не, мне показалось. А. Покажи свой бункер фирменный. Там опять рейдят. Есть дерево, камень. Не-а. Дерево еще нужно. Сразу загрейжу, чтобы мы случайно не разбили. И после отстройки мы решили перенести сразу же весь наш лут. Все, я фул. Поехали. У нас 5 ЛР-ок. Окей? Я считаю, это неплохо. Да. Это успех. Камень был прав. Ребята уже крафтили на нас ракеты. Но мы успели перенести весь наш лут. Дверь заберешь? Я колодок забрал. Ты закрыл дверь? Я умер. Нет, чувак. Он умный. Он достаточно умный. Ну хоть мы все успели перенести. Ну, вряд ли ему. Если он не уйдет сейчас совсем лотом, вряд ли ему домой идти с лотом. Возьму калашик. Интересно, он там еще? Убил. Минус 2. Красавчик. Они лут переносили наш. Я близко, если что. У меня 5 стаков патронов. Минус 1. А если был один, значит тут где-то второй. Ну чел шел на меня. Я его убиваю сразу. ЛР, допустим, полетела куда-то сюда, или калаш. Вот она летит, летит, летит и летит. И допустим... Боже мой, чувак! Она за 30 метров улетела. Я нашел ее. Плюс ЛР-ка. Давай полутаем РТшки, нам верстак нужен. У меня тут все изучено. Наверху тип. Топ гир. Дай калаш, стой. Я думаю, я с этим не справлюсь, СВР, либо поре. Там четырехкратник. Please don't kill me. Убил. Еще один. Он с берданкой был. Всех убил. Одного убил? Всех убил. Отлично. Их четверо тут сидело, what the fuck? Дай мне калаш, пожалуйста. Держи. Спасибо за калаш.
Давай, ракетница и ракета. То, что нужно, сишка. Калаш. Ну, слушай, калаш это пушечный дроп. Тип. Справа. Уже нету, да? После этого мы наткнулись на один весьма интересный домик, где были топ-сеты. Минус один, крой крышу. Не беги, не беги, крой крышу. Максимально крой крышу. Они топают в доме? Да. Убил. Угу. У меня парень бежит слева, я не могу крышу сейчас крыть. Бич с елкой. Я думаю, там гантрапы. Убил всех. Все, уходим тогда. Я знаю, как у них дом построен, слышишь? Окей. Ты можешь отнести и спрятать в кусты в ближайшие. Спрячь в ближайшие кусты и вернуться ко мне можешь. Сейчас, сейчас. Я буду ждать их внутри. Он сейчас по-любому еще раз откроет двери. Либо его друзья вернутся. Опс, я умер. Они вернулись. Отходи. Я понял. Я жду, короче, их прямо по дверью. Тихо. У меня спалка тут есть. А, бегут, бегут, видишь? Где? На вижу. Дверь. Двое. Готов стрелять? Нет, не сейчас. Ближе пускай подходят. Теперь готов. Блин. Давай, раз, два. Одного убили, еще один. Да-да-да. Сейчас на крышу выйдут. Поднял, он поднимает его. Да, я обхожу слева тогда. На крышу убил. Один слева еще бежит. Я понял. Он по нему наяривает. Они домой сбежали. Убил на крыше одного. Пятьсот скрапа. Отлично. Есть там хилки? Я на один хит. Хилок нет. Я отхожу. И через некоторое время мне написали то, что это были Пости и Траузи. И они стримили. А это вид от лица Пости. I mean, I can F1 kill, maybe, because you're loaded. If he's on top of the roof, I'm almost positive. The count says otherwise, though. 600 rounds? Maybe it's a bad account. I don't know. Посмотри на фотку! После всех файтов мы познакомились с нашими соседями, где мы решили затрейдить ракеты на серу. Серы у нас было много, а крафтить ракеты было просто негде. Я думаю, это вам пригодится, нам это не пригодится точно. Вы могли бы меня спросить, а для чего нам нужны были ракеты? А я вам сейчас все расскажу. У нас появились очень интересные противники. И по крайней мере мы хотели зарейдить вот этот домик. О, это и вправду их хата. Да. Да. Это они, да? Да. Разумеется. Эти ребята сбивали каждый вертолет и рейдили всех в округе, поэтому оставить их в покое мы просто так не могли. Офигеть, он меня чуть не убил. Меня еще один идет, пушит. Мы знали, где они живут, и поэтому приходили к ним снова. Минус один. Бегу. Они все у тебя? Тихо. Второго убил. Понял. Третьего убил. Лучший, лучший, просто лучший. Что ты творишь, машина? Ты где? Я очень близко бегу уже. Мне хлопа нужно срочно. Он один остался. Я очень близко. Там голый был, убил его. Отлично. Мне же залутаться хотел. Они с горы придут сейчас. Да-да, нужно быстро. Живи, живи, живи. Два хита.
Убил. Калаш выброси, калаш выброси. Я не могу. Тут калаш есть. Убил, убил, убил. Утай меня, утай три калаша и сваливай просто. Убил. Тихо. Я сваливаю. Сваливай. Я еще забрал. Мы следили за их базой. Очень долго следили. У них был коптер, который они угнали у нас. И я хотел его вернуть. Угадай, что я сейчас сделаю. Ракета. Смотри. Специально для тебя, прямая трансляция. Прыгаешь в пещеру? Нет, смотри. О, реально, коптер. О, тут гаражка. Наконец-то мы им отомстим. Полетели. Давай, Дим. Ну как отомстим? Просто как бы, ну, доделаем дело отомстим. До конца. Отомстим. Отомстим. Нет! А, понял. А можно мне какой-нибудь взрывчатый, пожалуйста? О, гаражки, все как надо. Давай. Отлично. Там еще гараж. Это что, ящики? Серьезно? Это лутовая. Ракеты. Есть Валерий, подожди. Я уже украл. Сколько ты украл? Две. Две ракеты. Чувак, здесь вообще все забито, я вижу. Неплохо. Давай дальше бахать. Давай, давай, так же по дверям, да? Ага. Тут, походу, шкафы. И это, походу, все. У меня больше нет ракет. Нет, у меня есть. Отойди. Свечу. Разрывные патроны есть. Угу. Сейчас. МВК дверь. Блин, это очень плохо. Там нет гандрабов? Ага. Тут тоже все фуловое, я так понимаю. То, что у них МВК дверь здесь, это очень это? Плохо. Да. Там, скорее всего, дальше лутовая, да? Давай я тут сяду. Дал хит кому-то. Гантрапов нет, и там... Ой, вот они все спят, смотри! Ой-ой-ой-ой-ой, посмотри, что в них! Я видел, куча видел. Куча калашей. Обалдеть! Неужели, это шкаф? То, что мы искали здесь. Найс. Сера есть? Отлично, это лутовая. Как же я этому рад. Ломаем шкаф. Стой, сломай, не-не. Разрывай. Давай. Сжигательный есть. Наконец-то. И шкафчик. Все, наконец. Вводя. Второго убил. Домой мы перенесли весь лут и сделали просто нереальное количество ходок, так как лута было просто много. Идеально. Нормально.
Я тут. Нормальные цены, кстати, выставил. Да, демократичные. Нам бы такие цены в начале вайпа, да, кто это поставил? Да. Неплохо, я считаю. Можно в чат наспамить, пускай приходят, покупают. Вот так и подходит наша история к концу. Мы обустроили наш домик, зарейдили всех противников и ждали. Ждали, пока скупят весь наш лут. Ты ему ровно в лицо попал. Надеюсь, вам понравилась данная история и наш коллаб вы тоже оценили. Мы реально старались. Спасибо вам огромное всем за поддержку и за то, что вы остаетесь со мной. И не забывайте про группу ВК. Я стараюсь и поднимаю актив везде. Всем пока.